Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, я в продолжении того, что сейчас рассказывал Алексей Георгиевич, расскажу тоже о сочетанном применении препаратов, правда, в несколько других ситуациях. Ну, здесь я хочу еще раз вернуться к тем процессам, которые происходят в тканях предстательной железы, потому что те моменты, на которые мы сейчас будем действовать, они как раз здесь и показаны. Если посмотреть распределение пациента по основному и сопутствующим заболеваниям, то мы видим, что достаточно большой процент сопутствующей патологии имеет место у больных с гиперплазией простаты. Цитомедины – это синтетические препараты, которые представляют собой высокоочищенную вытяжку ядерных белков. Ну, был великолепный доклад, посвященный всем этим химическим состояниям. Я для себя очень многого интересного почерпнул. Здесь представлены общие механизмы действия цитомединов. Я не буду их комментировать, потому что они уже были озвучены предыдущими докладчиками. Речь пойдет опять-таки о применении двух основных форм витапроста в виде свечей и в виде таблеток. Активным веществом является субстанция сампрост, показания применению, доброкачественная гиперплазия простаты и воспалительные заболевания предстательной железы. Механизм действия основан на нормализации микроциркуляции, уменьшении отечности, регуляции тонуса мышц мочевого пузыря, нормализации сперматогенеза и повышения показателей иммунитета. Мы знаем, что субстанция сампрост, которая входит в состав этого препарата, позволяет уменьшить отек, позволяет устранить лейкоцитарную инфильтрацию и купировать болевой синдром. Здесь представлены основные клинические исследования, которые выполнены в нашей стране, которые подтверждают высокую эффективность препарата. Мы провели исследования в двух группах пациентов. Прежде всего, мы применяли сочетание витапрост форте суппозитории ректальной таблетки в лечении больных ДГПЖ. Для того, чтобы оценить эффективность действия препарата, мы проводили оценку степени обструктивного процесса и смотрели микроциркуляцию предстательной железе. Препарат применялся в течение 40 дней, 20 дней применялись суппозитории и 20 дней применялись таблетки. В исследование вошло 30 пациентов, которые находились на амбулаторном лечении. Они имели умеренно выраженные проявления ДГПЖ, не очень выраженный инфравезикальный обструкции. Средний возраст составил 62 года, средний объем простаты 51 кубический сантиметр. Вот дизайн исследования, я о нем уже говорил. Суппозитории применялись один раз в день, таблетки витапрост применялись два раза в день, то есть по две таблетки. Здесь представлена сумма баллов по шкале IPSS и индекс качества жизни. Мы видим, что на фоне проводимого лечения через 20 дней наступало снижение выраженности симптоматики по шкале IPSS, и эта же тенденция прослеживалась спустя еще 20 дней, то есть к 40 дням наблюдения примерно на треть уменьшилась выраженность симптоматики. Что касается скорости потока мочи, еще одно очень важное критерие эффективности лечения, увидим, что эта скорость нарастает. Причем она увеличивается примерно на треть спустя 40 дней от начала лечения. Объем предстательной железы. Ну, здесь не столь существенные изменения, потому что срок наблюдения был небольшой. И в то же время мы видим, что объем остаточной мочи достаточно статистически достоверно изменился. Оценка эффективности терапии пациентами. Мы видим, что большая часть пациентов отметила эффект от терапии как хороший и как выраженный.
И небольшая часть пациентов была не удовлетворена своими результатами лечения. Вторая часть касалась исследования влияния терапии препаратом на сперматогенез у пациентов с бесплодием на фоне хронического простатита. Было обследовано 30 пациентов, у которых страдали хроническим бактериальным простатитом, у которых были нарушения сперматогенеза, средний возраст 35 лет. Здесь применялась немножко другая схема. Суппозитории применялись в течение 30 дней, а затем они до 70 дней получали таблетки Витапрос. Но это связано с временем образования сперматозоидов. Мы видим, что на фоне проводимого лечения происходило снижение объема предстательной железы. У них очень важным критерием был такой показатель, как снижение выраженности боли на фоне лечения. Пятый визит, который приходился к концу окончания лечения, в общем, дает основание считать, что эти проявления значительно снижались и практически исчезали. Показатель качества жизни, мы видим, что также происходила его явно положительная динамика. Динамика показателей экулята, пожалуй, для нас это было очень важно. Мы видим, что к пятому визиту происходило увеличение концентрации сперматозоидов, возрастала их жизнеспособность и подвижность, а также снижалось количество патологических форм. Оценка эффективности пациентами. Мы видим, что к пятому визиту 70% пациентов отметили качество жизни свое как хорошее, и неудовлетворительных результатов мы не получили. Полученные результаты позволяют рекомендовать схему Витапрос суппозиторий ректальный, Витапрос таблетки у больных хроническим простатитом, сопровождающимися нарушениями сперматогенеза. Мы считаем, что применение сочетанных форм препарата открывает новые горизонты в лечении этих основных урологических нозологий. Причем мы считаем, что начинать лечение нужно с суппозиторий, потому что они дают очень хороший терапевтический фон, а дальнейшее применение таблетированной формы позволяет поддерживать стойкий положительный эффект. Спасибо за внимание.